Ассаламу алейкум. Эфирде Ахбарат 24 информацион дастуры. Россия Федерациясының Сочи шахрыда мустақыл давлетлер хамдослиге давлет рахбарлары кенгешінің набаттаги мәжлісі болып отты. Онда Узбекистан Республикасы президенті Шавкет Мирзияев иштирок етті. Мәжлісті хамдослик дайрасыда сияси, иқтисади, мадани гуманитар ва башқа сахалардаги хамкарликни ровожлантирышке дайыр 20-ге яқын масала иштирокчи мамлекет рахбарлары томонидан атрофлича ко'rib chiqildi. Мазкур анжуман ва саммит дайрасида ўтказилган икки томонлама учрашувлар тафсилоти махсус мухбирмиз Фархот Махмудов репортажда. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining bu safargi sammiti Rossiya Federatsiyasining Sochi shahridagi xalqaro kongress markazi saroyida bo'lib o'tdi. Bu yerda hamdo'stlik sammiti avvalida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Unda ikki tomonlama amaliy hamkorlik Mamlakatlarimiz a'zo bo'lgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi va boshqa tashkilotlar doirasida birgalikda amalga oshiriladigan harakatlar, chora-tadbirlar muhokama qilindi. Xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi. Tomonlar mavjud aloqalarimizni yanada rivojlantirish va mustaqil davlatlar hamdo'stligining Sochi sammitida muhokama etilishi kutilayotgan masalalar bo'yicha atroflicha fikrlashib oldilar. Shundan so'ng sammit o'z ishini boshladi. Tor doiradagi uchrashuvda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari ko'p qirrali hamkorlikning bugungi holati va uni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildilar. Yig'ilish kun tartibiga kiritilgan masalalar mohiyati 2018-yilda hamdo'stlikka raislik qiladigan davlat dunyodagi vaziyatdan kelib chiqib ijro etiladigan chora-tadbirlar imzolanishi rejalashtirilgan huquqiy hujjatlar bo'yicha davlat rahbarlari o'z fikr-mulohazalarini bayon etdilar. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'zga chiqib, tashkilot faoliyati, turli yo'nalishlardagi aloqalar, tinchlikni ta'minlash, xavf-xatarlar, Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish, mintaqada o'zaro hamkorlikni kengaytirish kabi dolzarb masalalar xususida to'xtalib o'tdi. Уважаемые участники сегодняшнего нашего совещания, мы все являемся свидетелями стремительных перемен в мире. Активное внедрение передовых технологий и развитие глобального информационного коммуникационного пространства динамично и быстро трансформирует все процессы, способствует развитию новых форм сотрудничества на уровне континентов, регионов, государств и бизнеса. Сама жизнь убедительно подтверждает, что сегодня старые подходы, как мы сегодня уже обменялись, они малоэффективны. Необходимо сосредоточить основное внимание на конструктивном практическом взаимодействии. Нам необходим мощный рывок вперед. Мы заинтересованы в активизации сотрудничества по целому ряду приоритетных направлений, прежде всего в сфере торговли, инвестиций, транспорта, туризма, образования и науки, а также в области безопасности. Готовы присоединиться к деятельности ряда отраслевых органов СНГ, где мы ранее не участвовали. Наша конечная цель – разработать дорожную карту по активизации политики Узбекистана в сотрудничестве. Уверен, что в комплексе все это позволит открыть принципиально новую страницу в наших отношениях, расширить многоплановое и продуктивное партнерство. В качестве первого шага 3 ноября впервые в Ташкенте проходит заседание Совета глав правительств СНГ. В случае вашей поддержки готовы принять председательство в Содружестве в 2020 году и провести очередной саммит в Узбекистане. Уважаемые главы делегации, мы ставим перед собой предельно ясные цели по выходу на совместное решение актуальных проблем укрепления доверия и взаимопонимания, расширению практического сотрудничества между нашими странами. В этой связи хотел бы выделить следующие приоритеты Узбекистана в СНГ. Первое. Мы последовательно выступаем за скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли на пространстве сотрудничества без каких-либо изъятий и ограничений. Хотел бы отметить, что с начала года товарооборот Узбекистана со странами СНГ вырос более чем 20%.
это у нас есть конкретно по каждой республике. Узбекистан также заинтересован в реализации со странами-участницами СНГ новых конкретных проектов в торговле, инвестиционной, инновационной и финансовой сферах. Готовы совместно развивать венчурные проекты и индустриальные зоны. Второе. Стратегически важным направлением является транспорт и коммуникация, развитие эффективной интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ, наиболее полное использование огромного транзитного потенциала нашего региона. Ключевыми аспектами этой работы считаем совершенствование административных процедур и регламентов, взаимное предоставление преференций на перевозки и транзит грузов. Третье. Приоритетным направлением совместных действий рассматриваем расширение прикладного научно-технического сотрудничества и образовательного обмена. Четвертое. Большие перспективы мы видим в сфере туризма. На наш взгляд, имеющиеся у нас широкие возможности и колоссальный туристический потенциал, к сожалению, все еще не задействован в полной мере. Для совместного анализа реализации стратегии развития сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма на период до 2020 года и выработки плана конкретных действий готовы принять в Самарканде одно из очередных заседаний Совета по туризму сотрудничества. Пятое. Мы заинтересованы в повышении уровня кооперации в военно-технической сфере, в разработке совместных программ и проектов в рамках действующих между нашими странами договоров и соглашений. Шестое. Абсолютно очевидно, что все наши созидательные планы возможно претворить в жизнь только в условиях мира и стабильности, своевременного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности. В этой связи важную практическую значимость имеет взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб в сфере бескомпромиссной борьбы с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и торговлей людьми. Серьезным вызовом остается сохраняющаяся напряженность в Афганистане. Узбекистан выражает готовность совместно с Россией, странами Центральной Азии и другими государствами СНГ способствовать поиску политического решения афганского кризиса. Обсуждая повестку дня нашего заседания, хотелось бы особо выделить заявление о поддержке Института семьи и традиционных семейных ценностей. В современных условиях глобализации мы не должны забывать о истинных фундаментальных ценностях, которые составляют основу любого государства и его общества. Именно в семье, прежде всего, подрастающее поколение получает духовно-нравственное воспитание, учится быть ответственным и небезразличным. В целях обмена опытом в этой важной сфере предлагаем организовать в следующем году в Узбекистане международную конференцию о роли органов самоуправления в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения. Присоединяюсь к поздравлениям, следующий год председательство переходит Таджикистану, уважаемому президенту Таджикистана Имомали Шариповича, в связи с принятием председательства Содружества, желаю больших успехов в реализации этой ответственной миссии. В заключение хотел бы еще раз выразить слова искренней признательности российской стороны и лично вам, Владимир Владимирович, за теплый прием и организацию саммита на высоком уровне. Благодарю за внимание. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining Sochi yig'ilishi o'z ishini rasmiy delegatsiyalar ishtirokida kengaytirilgan tarkibda davom ettirdi. Majlis kun tartibiga a'zo davlatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy, neft-gaz, yer resurslaridan oqilona foydalanish, turizm, madaniyat va sport sohalarida hamkorlikni kuchaytirish, yoshlarni umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, terrorizm, ekstremizm va noqonuniy moliyaviy operatsiyalarga qarshi kurashish bilan bog'liq 20 ga yaqin masala qo'yildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining Sochi sammiti yakuni bilan a'zo mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy va gumanitar sohalarda hamkorlikni kengaytirish bo'yicha ko'plab hujjatlar imzolandi. Xususan, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlarining oila instituti va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bayonoti 2019-yilni kitob yili 2020-yilni 1941-1945-yillardagi Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi deb e'lon qilish haqidagi qarorlar,
Hamdo'stlikning madaniy poytaxtlarini belgilash to'g'risidagi yoshlar va tashkilot faoliyatini takomillashtirishga oid hujjatlar imzolandi va Sochi deklaratsiyasi qabul qilindi. Hamdo'stlikka raislik Rossiya Federatsiyasidan Tojikiston Respublikasiga o'tdi. Саммит доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев, Беларус Республикаси Президенти Александр Лукашенко билан учрашди. Ўзбекистон ва Беларус президентлари икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни янги босқичга чиқариш, сиёсий, савдо, иқтисодий, маданий, гуманитар юнолишлардаги алоқаларни кенгейтириш, давлатларимиз аъзо бўлган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги каби нуфузли халқаро тузилмалар доирасидаги муносабатларни ҳам тараққий эттириш масалаларига алоҳида эътибор қаратиб, бир қатор такликлар ўртага ташланди. Shu kuni kechga yaqin mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin tomonidan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Davlat Rahbarlari Kengashining sammiti ishtirokchilari uchun o'tkazilgan qabul marosimida ishtirok etdi. O'zaro ishonch, do'stlik, teng huquq va manfaat bu Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining Sochi sammitida eng ustuvor jihat bo'ldi. Tashkilot tarixida ilk marotaba muhokama etilgan masalalar, imzolangan hujjatlar avvalgi sammitlarga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p bo'ldi. Bu davlatlar o'rtasidagi ishonchning ortayotganligi umumiy tahdidlar oldida birlashishning ifodasidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sammitdagi chiqishida e'tirof etganidek, ushbu tashkilot o'rni va nufuzini oshirish, faoliyatini takomillashtirish a'zo mamlakatlar manfaatlariga mos keladi. Farhod Mahmudov, Husniddin Sharipov, Shuhrat Sulaymonov, Rossiya Federatsiyasining Sochi shahridan.